значение имени Гульдария. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Они всегда стремятся действовать. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Эти личности гибкие и льстивые, способные вертеть другими людьми как угодно. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазии и душевной доброте. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.